Так, ребят, привет, я Ремчик. Вот. Дерево. Ну, я сегодня, как сказать, не дома, вот. Короче, сегодня я покажу, как играть новичкам в Майнкрафте. Ладно, погнали. Так, во-первых, когда вы зайдете в Майнкрафт, если вы будете играть на выживание, то вы не поймете, что делать. Во-первых, возьмите в руки грязь. Сейчас я ее возьму. Так, сейчас грязь не нужна. Грязь. Вот. Так, берем. Во-первых, вам нужно построить себе маленький домик из земли. Так. В принципе, такого домика вам хватит. Вот так. Такого домика вам хватит. Теперь поднимите его в 3 блока. Кстати, интересный факт. Майнкрафт вышел в 2009 году. А нормальная версия вышла, где игроки бегали не так, по-нормальному ходили. Вышла только в 2011 году. Вот. Или официально она стала в 2011. Она реально стала в 2011 году. Вот. Такого домика вам хватит. Давайте сейчас сделаем такое окошечко, такое малюсенькое, чтобы к вам никакой моб не забрался. Моб это, например, паук, зомби, вот такой маленький. Да, особенно. Так. Он ужасик. Он летел на игрок, что самый ужасный в мире. Да, это я слишком Кирилл говорю. Он так. Самый ужасный, потому что он бабахает. Он, кстати, от свиньи ушел. Реально от свиньи. Угу. Он кошек боится. Вот. И отсюда. Срубите вот дерево. Реально, я не знаю. Вот. Срубите дерево, вам нужно несколько досок. Во-первых, скрафтите себе верстак. Верстак крафтится вот так. Потом вы там... Сейчас вам нужно будет в верстаке сделать палки. Палки у нас вот так вот делаются, если что. Вот. Если кто не знал. Да. Потом... Берем, делаем себе кирку, деревянный топор, деревянный и меч, тоже деревянный. Вот. Да, а еще, кстати, лопату. Лопату. Бой бросил лопату, ну ладно. Не знаю зачем. Ну ладно. Да. Нет. Вот сюда. Вот так, так. Если а можете... как вы по такой? Рома, смотри, так и до досочка. Вот 2 палки, так и тут досочка. Рома, извините, просто Рома, попата крафтит. А да? А я думал вниз так надо, вот. Ну просто тупо попата крафтит. Сейчас я профессионал по Майнкрафту. Ага. Так я лопаты практически не крафчу. Вот. Потом срубите камень там в шахте. Возьмите булыжник. Сейчас, вот. Потом просто... Вот, булыжник. Теперь в верстаке делайте вот так вот. В верстаке, по-моему, вот так вот крафтится печка. Я не ошибся. И ставьте его... Я думаю, да будет там еще уголь, сделайте факела из палок и уголь. Сейчас покажу, как уголь, кстати, выглядит. Ну, в нашем. Вот, вот так вот уголь выглядит. Вот так и вот так. Зачем? А, жемчуг. Жемчуг, если что, вот так вот работает. Зажимай, Ром. Опа, я телепортировался. Как Эндермен. Ну, да, так это Эндермен. Так это Эндермен. Это Эндермен. Ладно, всем пока. С вами был Ремчик.
Я практически научил новичков играть в Майнкрафт. Может быть, выйдет вторая часть по развитию Майнкрафта. Может быть, со мной. Да. Всем пока-пока. С вами был Рэмчик.